Число заражений коронавирусом в Казахстане идет на спад. За последние сутки ковидом заболели чуть больше 1000 человек. Антилидером остается столица. Там больше 300 новых пациентов. Следом идет Алматы – 200 случаев. На 3 случая меньше в Карагандинской области. По словам алматинских врачей, меры защиты против новых вариантов коронавируса остаются прежними. Медики призывают продолжать прививаться и ревакцинироваться. Каждая волна, если вы заметили, она ослабевает. То есть вирус начинает мутировать, и люди, которые вакцинированы, они более стойкие. Ослабевание иммунитета у каждого человека после принятия определенных вакцин начинается через 6, 9 и 12 месяцев. То есть спустя после вакцинации, спустя такое время человек должен принимать повторную вакцину. Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения, в начале осени в Алматы ожидается поступление препаратов КазВак. В целом, сегодня по городу работает 88 прививочных пунктов. Все вакцины имеются в достаточном количестве, отметили в ВОЗ.